Вопросы освещения реализации национальных проектов стали главной темой ежегодного форума СМИ Северо-Запада, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. В СИЗАМе приняли участие и журналисты из Ненецкого округа. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Основной темой 17-го СИЗАМа стала тема информационного освещения реализации национальных проектов. Десятки журналистов из 11 регионов России вновь встретились, чтобы поговорить о медиатрендах и обменяться опытом. Среди делегатов от Ненецкого округа Юлия Горбанос, обозреватель общественно-политической газеты «Неарьяна Виндер», на форуме впервые. Насыщенная программа нас ждала. В целом форум посвящен освещению в прессе и на телевидении национальных проектов. Мы почерпнули очень много интересной информации, поделились опытом своим с коллегами из соседних регионов, у них переняли опыт. Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург и Ленобласть, Вологда и Псков. Традиционно в ходе форума журналисты презентовали свои регионы. Получился этакий медиа-атлас Северо-Запада. В режиме прямого эфира представители, пишущие и снимающие братья, рассказали о специфике работы СМИ в каждом субъекте. В регионе всего 10 СМИ, которые представлены на нашем стенде. И каждая СМИ, она ориентирована на свою целевую аудиторию. Например, газета «Высокий возраст», которая входит в состав издательского дома Ненецкого округа, это бюджетное учреждение, естественно, ориентирована на пожилых людей. Есть также издание для коренного населения «Ненцы», которые кочуют в тундре. Это два журнала «Лер Юнес» и «Юн». Помимо обсуждения актуальных вопросов в медиасфере, форум СИЗАМ вновь выступил в качестве коммуникационной площадки для журналистов. Организаторами встречи традиционно стали Ассоциация СМИ Северо-Запада, которая в этом году отметит юбилей. Стало ясно, что чисто таких пресс-туровских форм и каких-то иных мало. Надо раз в году попытаться собраться и поговорить не просто о текущем, заглянуть немножечко туда, в будущее, почувствовать тренды направления информационного развития, поговорить о них. В завершении форума состоялось традиционное награждение победителей конкурса журналистских работ. Материалы авторов из Ненецкого округа вошли в шорт-лист лучших публикаций. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», Санкт-Петербург.